Ну и сама поем вам вообще. Господи, что у них здесь происходит? Он говорит, что Настя кошка-кашка. И сегодня я снимаю вторую часть. Как мы вместе с вами будем играть в Sims? Я создала несколько лайкеров в прошлой части. Если вы эту часть не посмотрели, то сначала перейдите по ссылке в описании на это видео, посмотрите первую часть, а потом переходите на это видео, смотрите вторую. В первой части я создала Настю Кош, себя и Оскара. И я подумала, что Настя Кош будет скучно без Макара, поэтому создала его без видео. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я вам напомню, кто есть кто. Вот это вот я, Маша Майгад. Дальше. Это Оскар, это Настя, Кош, это Макар. Я не нашла, здесь нету волос, вот такие вот, знаете, волосы, которые такие кучерявые, как у него, и такие вот, как каре. Предпочитаю настоящего Макара. Я сказал настоящего Макара. Совершенство. И сейчас мы нажимаем на играть. Ай, мы Макара Карелина не назвали. Все, вот теперь играть. Нажмите, чтобы сохранить эту семью в библиотеку и начать играть. Сохранить и играть. Я решила, что мы будем вся такая семья крутая. Настя, Кош, Макар, наши родители, а мы с Оскаром как бы брат и сестра. И мы должны вот здесь вот выбрать. Локат, здесь есть Willow Creek, какая-то пустыня некрасивая, и New Crest. Мы, наверное, выберем вот этот вот New Crest, потому что выглядит круто. Так, у нас бюджет какой-то маленький. Мы пока переселимся в какой-нибудь домик за 3000 долларов. Потом мы купим себе крутой дом. Мы же не будем как бомжи. Вот у меня есть код, я нашла код в интернете. Чтобы получить бесплатно деньги. Блин, разобрались, как здесь получать деньги. И мы сейчас хотим переехать. Сейчас я вам расскажу, как получить деньги, потому что кто не понял, или кто не знает, вы нажимаете сразу клавиши Ctrl-Shift и C, и у вас выскакивает, в левом верхнем углу выскакивает такое поле, куда вы должны написать код motherload и Shift, и все. И вам прибавляется 5000. Очень сложно здесь все в Sims. Сложно? Непонятно! Поэтому мы сейчас будем перемещать нашу семью в другую, совершенно другую жизнь. Купим им дом нормальный, потому что мы живем в поле. Ой, тут ко мне почему-то Оскар. Вот смотрите, мы нажимаем на телефон, на вот такую машинку, и переместить семью. Перемещаемся сейчас в жилой дом. Он стоит 253 тысячи долларов. С мебелью отлично, все. Ой, да мы вообще, мы как эти, богатые. Давайте мы так все реально вот так вот все в жизни будем. Так, вы сейчас пока, ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал, а я пойду себе искать комнату, как бы дам. Там уже все пошли смотреть. У нас вообще тут пианино, все такое, все так дорого-богато. Ой, кто-то пошел в туалет. Давайте мы будем готовить еду, потому что, ну, что же мы будем готовить? Что-нибудь дорогое? Вот. Самый дорогой это... Вот, давайте приготовим торт шоколадный. Так, открыли холодильник. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Автором Элимагат получен навык кулинарии. Так, пока я готовлю, давайте посмотрим, где там Оскар, что он там делает. Ой, Оскар за компьютером, а Макар Карелин играет на гитаре. Ой, а наша мама, она где-то непонятно где. А, она что-то взяла покушать, и она... Ой, она бургеры приготовила. О, а я уже приготовила торт к этому времени. Так, давайте пригласим за стол. Всю семью пригласим за стол, но пока что никто к нам не идет. Даже Настя Кош, она просто уходит. А, нет, вот сейчас. А, вот все, я сейчас позвала, но к нам никто не идет. Почему к нам никто не пришел кушать? Вы хотите кушать? Ну и сама поем вам вообще. Ой, Макар и Оскар пришел. Классно, хоть кто-то со мной пожрать пришел. Мамка Настя Кош так и не пришла. А нет, вот она тоже пришла. Взяли торт, сели. Позор. Нам нужно это, свести Настю Кош и Макара, чтобы они здесь родили ребенка. Так, мы сейчас, они будут обсуждать интересы, потому что... Мы хотим, чтобы они стали, ну, короче, поженились, стали парой, вот. Так, сейчас будем смотреть, где у нас Настя Кош. Настя Кош просто сидит на диване и... А, она смотрит телевизор, ясно. Мы должны найти Макара. Где Макар? Ой, он вон так вот
на кухне. И давайте... О, искренний комплимент! Потом уже они там станут парой, я думаю. Так, и где Настя Кош наша? Ай, вот она, все, она пошла к Макару Карелину. Сейчас будет делать ему душевный, искренний комплимент. Ой, ты такое солнышко, наверное. Так, Настя Кош отзывчивый персонаж. Так, ну мы не будем на этом останавливаться, поэтому романтика, заигрывать. А нет, давайте признаться в симпатии. Они тут говорят на каком-то вообще непонятном языке. Что? Почему? Нет. Куда они пошли? А, Настя Кош спит, а Макар Карелин, блин, вообще, где он? А, вот он. Ну, пожалуйста, ну вы можете стать парой? Сейчас Настя Кош придет и будет флиртовать с Макаром Карелином. Ну, я тоже почему-то сплю, ну ладно. Почему он не хочет с ней дружить? Ну, что такое? Они же сейчас вообще рассорятся, ну не надо. Макар, ты вообще, да как ты смеешь так делать? Он просто вот так у него в мыслях, то, что Настя Кош это какой-то бэ. Сейчас попробуем теперь, чтобы Макар заигрывал с Настей Кош. Ну почему они? Макар, иди, пожалуйста, к Насте Кош. Так, Макар Карелин идет спать, но не к Насте Кош. Вы не должны спать, вы должны пожениться и родить ребенка. Кстати, если... Я хочу родить, чтобы у них родился ребенок. И чтобы... Если родится девочка, то пусть это будет Милана Некрасова. Если родится мальчик, то это будет Пейтон. Так, пожалуйста. Ну, Настя Кош пошла кушать торт. Ой, это будет, наверное, очень долго. Мы их пока сведем. Пожалуйста, я умоляю. Почему? Не хотят дружить. Он говорит, что Настя Кош какашка. А, нет, вот сейчас у них все. Нужно, короче, их сделать сначала приятелями очень хорошими. Потом мы их уже сведем. Ой, Оскар пришел. Оскар какой-то усталый. И Настя Кош ушла, а Макар Карелин разговаривает с воздухом. И они пошли кушать. Так, они пошли походу... Да, они пошли на задний двор. Макар, ты понимаешь, что ты должен узнать свою будущую жену лучше? Поэтому мы узнаем лучше о Насте Кош. Ой, я уже захотела есть. Короче, Макар Карелин не захотел дружить с Настей Кош, поэтому мы сейчас отправимся к нашему Федору. А, Федор спит. Ай, вот, сейчас мы давайте поищем. Ай, у нас есть зал спортивный, мы можем в него пойти. Библиотека. Ночной клуб, вот. 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 Быстрее. Come on, let's go, running, let's go! Сейчас мы придем в клуб, и там сразу найдем Настю Кош для нормального парня, а то Макар Карелин не хочет с Настей Кош. Так. Синий бархат. Вот, в синем бархате какой-то мужик. Смешно представиться. Как вообще, как его зовут-то? Дон Лотарио. Они должны стать парой. Обнять. Тут вообще три парня. Поэтому мы здесь точно найдем кого-нибудь. Вот сейчас она пойдет его обнимет. Давайте обнимитесь, а. Ой, тут так много мужиков, уже 4 мужика. Ой, какая-то тетка пришла. И они просто разошлись вообще. Ну что это такое-то? Она вообще ушла от мужика вот этого, с которым мы хотели познакомиться. Мы сейчас будем танцевать с диджеем каким-то. Вот есть диджей, мы сейчас будем с ним танцевать. Давайте. Ой, они вместе танцуют, как дебилы. Так, ну очень хорошо, что они хотя бы... Ой, мы даже не представились, поэтому мы смешно представимся еще. О, господи, что у них здесь происходит? Другие варианты, веселые действия. О, у нас Настя Кош хочет спать. И давайте, она сейчас поспит.
А что произойдет дальше, мы с вами узнаем в следующей, в третьей части, когда наберем на этом видео 40 тысяч лайков. Поэтому ставьте быстренько-быстренько лайки. И на 40 тысяч лайков, когда мы наберем 40 тысяч лайков, мы снимем третью часть. И так будет, я думаю, частей 10, может быть. О май гад! Вау! Поэтому обязательно ставьте лайк, у нас будет очень интересная история. Ну а для этого обязательно подпишитесь на канал мой. Нажимайте сейчас на красную кнопочку. А на этом все. Всем огромное спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока-пока!